Всем привет! С вами Черный Металл, тут игрушечка у нас How to Survival. Вот так она называется. Survival. Я что-то не понял, но тут по запаху вообще по запуску вообще какая-то интересная дичь. Но это я потом поизучаю еще. Так, история, испытания. Баррикады. Так. Давай историю, и ты с ним, один игрок. Здоровье 60. История 0 уровень. А, можно еще разное. Так, выносливость, меткость. Так, это выносливость побольше бы. Так, давай когда вот такого. Здоровье хорошее, выносливость, меткость чуть хреновая, сила, ну, подойдет. Нормальный, это у нас первый взгляд, не прохождение. Друзья, если хотите, объясняю прохождение, а то с вас лайки, просмотры, либо комментарии, я потом это все скупирую, что кто может либо написать, либо лайкануть, либо просто просмотреть, и уже, как говорится, делаю с этого надо пользоваться. То есть будет ли игра пользоваться... Так сказать, спросом. Help. Hey, you. Пожалуйста, эй. There are monsters everywhere on this goddamn island. Some followed me and surrounded me on this. I managed to kill some of them. Listen, I know there are medicinal plants around here. You gotta bring me one. It should ease the pain. Я кровью истеку. Найди целебное растение. Так, что-то звук здесь довольно-таки громко, да? Так, руководство, помощь, опции. Ну, подойдет. Так. Да. У тебя что есть? Блин, что все трупы-то пустые, ну ё-моё. У этого даже ничего нет, умирает он там бедный. Ага, взять. Ну, держи. Спасибо, старик. Эта трава на вкус и дерьмо. По классной боли утоляющей. Тебе тоже пригодится. Я надеюсь, что нет. Миссия выполнена, отлично. О, где-то более утоляющее или лекарственное? Ну хотя. Так, запрыгнуть-то ты можешь? Нет, запрыгнуть он не может. Он может бегать, ура! Так, ударь по деревне, чтобы выбить ее. А как ударять? Это бежать. Эй, как ударить? Как бить-то, дядь? Чем ударить? Как ударить? Ха-ха. Слушай, забавно. Я вот сейчас не могу найти даже способ ударить. Всю клавиатуру прощелкал, ладно. Руководство по выживанию. Броня. Кстати, я очень рад за руководство по выживанию, но мне нужна опции помощь и управление. Игрок 1, конфигурация, клавиатура, мышь. Так, движение, уклониться, space, прицелиться. А, так надо прицелиться, потом ударить. Серьезно?
Хорошо, правая кнопка мыши, мы прицеливаемся. Вот надо... Ого! Так, это у нас карта, да? Так, нормально. Все равно не понял. Помощи опции. Управление. Напомню, это, блин, первый взгляд. Space, правая кнопка мыши. Выстрел, удар, левая кнопка мыши. Нажимал. А, переключиться на ближний и дальний был. Колесико мыши. Следующая рыша. Ага. То есть он не хочет ударить, потому что я переключен на оружие дальнего боя. Ну, ударить. Нажимаю. Ну вот, у меня мышка работает. Алло, игра. Не, мне нравится. Ударь. А вот он не может ударить. Чему-то. Хороший вопрос, почему? Я знаю, ты ко мне бежишь. Нельзя сюда пойти. Догадался я уже. Может, надо вот по этой части как-то ударить. Погоди-ка. Слушай, а мне это нравится. А почему я ударить не могу? Вот это уже, конечно, интересно. Помощи опции. Управление. Игрок один. Клавиатура мышь. Что за нафиг? Мышка у меня работает здесь. Ну, левая кнопка мыши. Правая кнопка мыши. Левая кнопка мыши. Колесико мыши. Слушайте, может, я дурак по полной? Или что-то не так делаю? Я как дурак. Реально бегаю. Серьезно, ударь. Ну вот, стою. Нажимаю левую кнопку мыши. Может, надо вот так вот разбега. Так, слушай, какая приятная игра. Вот это забавно. Давай так поставлю. Мне, блин, не жалко, в принципе. Ну и чё? Да ничего. Кто-нибудь объяснит, что происходит здесь? Может, не знаю, может, ему ударить нечем тут, типа. Надо какое-нибудь оружие найти, давай посмотрим. Может, он мне что-нибудь оставил, да? Вот, смотри, там кто-то есть. Ну ладно, поговорим, hey. Давай. Эй, не помню, как я попал сюда. Все немного в тумане. Но это место, это кошмар, кошмар. Как в кино. Многие погибли, монстры разорвали их на куски. Все, что у меня осталось, мой приятель Реймон, остальные покойники, ходячие покойники.
Реймон ранен, еле двигается, я оставил его в лодке, пока еще горючего. Найди его, скажи, что я ранен и застрял здесь. Он на берегу, на восточной стороне острова. Смотри в оба, остров кишит монстрами, черт бы их побрал. Вот, возьми хотя бы палку, надеюсь, отобьешься. А, понятно, то есть пока я не взял палку, блин, я ничего не могу сделать, кулаком он бить не умеет, нет? Сказал бы я пару слов, слушай. О, научился бить. Не, ой, это чисто линейное по сюжету. Угу. Так. Да уж. Ну и что у нас здесь? Взять их аптечка. Принаю спрятали. Так. Палка есть. Не могу. Ладно. Так. У меня есть задача. Правда, вот это вот я этим не разрушу по-любому, да? Взять. Ну. И у зомбарей ничего нет. Да это вообще скукота. Ого, он там двоих рубит как. Но я не скажу, что предыдущая игра, которую я обозревал, прям хуже этой. Взять F. Что это у нас? Лечебный компресс. Ну и чё? Как мне сюда забраться-то? Угу. Ой, как я умею. Я палкомахатель 3000. Вау. Так, есть что-нибудь? Да у них вообще чего-то нет, что ли? Вот, да, бежим. Смотри, как я умею и задом бить, и передом. Просто во все стороны прям. Так, у меня есть палка. Палка-выручалка. Мне надо как-то забраться. Grovax rules. Chapter 1. Close combat. Понятно. Это тут. Вот если было бы на русский переведено, было бы очень даже здорово, кстати говоря. Честно могу сказать. Вот перевод на русский вот здесь именно вот этих вот. Очень. Не помешал бы так. Пошли посмотрим. Так, у нас здесь что? А он ничего, да? Ой, укусил меня. Ага. Только ткани можно. А, так тут показывается, если у кого-то что-то есть зомбари. Ни хрена, он там бьет палкой. У него палка, наверное, 4 метра в руках. Та-та-та-ра-та-ра-та-та-та-ра-та. Так, куда дальше пойдем? О! Здесь у нас взять катушка.
Мир не открытый, к сожалению. Ну, хотя это я по миссиям иду, чёрт его знает. Но я не скажу, что здесь графика в десятки раз прям лучше, чем в проекте Зомбоид, сразу говорю. Ничего такого супер пока естественного не вижу. Да вы обедайте, обедайте, я вам не помешаю слишком сильно. Да, я понял эту хрень, уберите ее. Так, это у нас кто? Игра 2013 года. Что у нас здесь? Пустая бутылка. Мау. Привет. Эй, кто ты? Эй, ты кто? Эндрю! Ты видел, Эндрю, где он? Черт, вот несчастье привалило. Если его укусили, все, крышка. Рано или поздно он станет одним из них. Меня тоже укусили. Поэтому... Синога, что делать? Да ладно, мне не интересно. Укусили тебя и укусили. О, мачете есть. А, вот у меня оружие, выбор. Тур. Поковырял, да? Так. Стартер двигателя. Надо починить будет, да? Я понял. Это интереснее уже становится. То есть лодочку можно починякать. Инструменты, так. Ну что, чиним ее? Да, где этот мои инструменты только что нашел? А, это мой инвентарь. Где как чинить-то? А, все, правым щелчком мыши. Нет. Ты что, мне что, обратно сейчас бежать? Погоди. Так, ладно. А, он меня ждет. Так, есть план. На прошлой неделе на соседнем острове мы нашли... Старый, там что-то там. Ладно, понятно. Надо на соседнего острова. Цели. Разработки нужно разжечь костер. Зачем это вот сделано, вот мне интересно. Так. Вам необходимы... Дрова. Дрова на дворе, трава.
Дрова есть? Нету. Кстати, откуда? А, они по новой появились, что ли? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, Е. Открыть дерево навыков. А ну-ка, инвентарь. Цели. Костер. Давай следить будем. Здесь ему нужен костер, да? Круто. Так, инвентарь, цели, навыки. Мы можем разжечь костер. Вау. Так, здесь что у нас такое? Посмотреть, да? Ага. То есть я думал, хотя бы я могу его... Ну, ёлы-пал. Я думал, хоть сжечь могу. Что значит взять? Ого. Теперь у меня есть горящая палка. Выбери нужный навык, нажми F. Нажал. Челодочку можно поджечь? Так, погоди, это мне. А, вот ничего. Огоньки прям, о, блин. Не, не горит, зараза. Ладно. Теперь мне что надо? Получается объединить или что? К этому кренделю бежать? Ладно, поговорить давай. Молодец, спасибо, теперь я могу держать их на расстоянии. Фонарик. Спасибо. Ну а теперь у нас будет интересная дорога, потому что мы можем здесь уже защищать. Довольно забавно, конечно. Бежали, побежали. Надо, блин. Так, стоп. Я растения видел. Так, ну камеру двигать нельзя. Интересный уступ. Пулеметчиком бы здесь стать и тра-та-та-та-та-та-та. Топор уже появился. У меня появился деревянный топор, если я не ошибаюсь, да? Или я могу его создать просто? Я его могу просто тупо создать. Что ж, друзья, вот такая вот игрушечка Out of Survival. Думаю, для первого взгляда довольно хватит. В принципе, я могу сказать, что уж если играть, то проект там будет, простите, будет в разы. Во-первых, больше, во-вторых, куда больше крафта, во-третьих, можно строить, и довольно намного интереснее.
будет. Ну да, конечно, там нет сюжетной линии, надо просто выживать. Но, говорит, если хотите, все зависит от вас, можете, как говорится, лайкать, писать комментарии, подписываться на канал. Ну, начну эту игру. И мне разницы такой-то нету, тоже интересно посмотреть. Ох, ёлы-палы. Ладно, каратист я. А, палка кончилась. О, блин. Палка-то жалко. Погоди, а почему они не все бегают по ночам? Что-то я не понял. Ну, круто. Ух, ёлы палы. А, она света боится. Чего? Сюда, привет, парни. Одна, что ли? Ну, тут какое-то управление, блин, любопытненькое. Не, ну ночь, конечно, тут неплохо сделана. Блин, не успеваю. То есть, если не светить фонариком. Прикольно, командненько. На этом, пожалуй, закончу. Всем удачи. Всем пока.